Всем привет, это Анимон. Я хочу познакомить вас с замечательным инструментом для работы с мультимедиа, программой FFmpeg. С помощью нее можно преобразовать видео из одного формата в другой, вырезать аудиодорожку, ускорить или замедлить видео, создать GIF-анимацию и многое другое. Начнем с установки. Заходим на сайт ffmpeg.org и жмем Download. Здесь выбираем операционную систему. В моем случае это Windows. Дальше выбираем версию, разрядность и качаем архив. Открываем скачанный файл. В папке bin будет ffmpeg и еще две не менее полезные программы. Распаковываем в удобное место и запускаем командную строку, чтобы удостовериться, что все работает. Вводим ffmpeg. Появилась информация о версии и о параметрах сборки программы. Теперь сделаем программу доступной из любой папки, так как сейчас ffmpeg будет работать только в корне диска E. Если я в другой папке попытаюсь вызвать команду ffmpeg, я получу ошибку. Поэтому копируем все три файла и переносим в папку Windows System 32 на системном диске. Вставили. Снова пытаемся запустить. Обязательно перезапустите командную строку. Все работает. В следующем видео я покажу основную команду для конвертирования файлов.